Привет! Ты снова на канале IT User Help, и это видео будет о том, как создать клон какого-нибудь приложения. То есть, предположим, у тебя есть какое-нибудь приложение на твоем смартфоне с операционной системой Android, допустим, Instagram, YouTube, ВКонтакте, либо еще какое-нибудь любое, и ты пользуешься этим одним приложением, но у тебя есть еще один аккаунт, и ты хочешь сидеть с двух аккаунтов на одном смартфоне. В обычной ситуации такое невозможно, то есть ты не можешь установить еще один Instagram на свой смартфон обычными способами. Поэтому в этом видео разберем, как это можно сделать. Еще вариант использования двух приложений на одном смартфоне. Предположим, у тебя есть рабочий WhatsApp и личный, либо рабочий мессенджер какой-нибудь, или соцсеть, и личная. Либо даже такой может быть вариант, что одним телефоном пользуются двое людей. Такое тоже бывает. И некоторые производители это предусматривают. И прямо в настройках есть функция «Второе пространство». То есть создание клона приложений – это, в принципе, аналог такой функции, как «Второе пространство», которое есть в некоторых смартфонах современных, например, в Xiaomi, это с 2016 года было в прошивке, появилась функция второго пространства, то есть переходя с одного пространства на другое, это было как будто бы два разных телефона, то есть в плане установленных приложений и настроек, это два абсолютно разных аккаунта и, соответственно, приложения разные. То есть, если у тебя есть функция второго пространства, ты можешь использовать ее как родную с телефона. Либо также можешь использовать этот способ, который я покажу в видео, при любом варианте. Хоть есть у тебя функция второго пространства, хоть и нет. И давай, не теряя времени, приступим. Для этого нам потребуется зайти в Play Market Google Play. И в поиске английскими символами вводи то, что я ввожу на экране. Parallel Space. Space и нажимаем поиск. Нам нужно вот такое приложение от производителя LBE Tech. Скачиваем, устанавливаем его. У приложения очень хорошие показатели 4.5 по оценкам и много отзывов и очень большое количество скачиваний, более 100 миллионов. Пока приложение скачивается, можно посмотреть на интерфейс. В принципе, нам и говорит интерфейс о том, что я говорил, то есть несколько аккаунтов одновременно на одном телефоне. Так, приложение скачалось, идет установка, все скачалось, установилось, открываем. Вот так выглядит приложение. Здесь говорится о том, что приложение может собирать какую-то не персональную информацию, такую как модель устройства и версию Android для улучшения работоспособности приложения и в будущем для адаптации лучшей. Agree and Continue нажимаем синим. Здесь читаем небольшое описание того, что может приложение. Продолжить нажимаем. Приложению потребуется разрешить доступ к записи файлам. Это будет обязательно, так как второе пространство — это как будто бы второй телефон. Соответственно, ему тоже нужна память. Разрешить при местоположении можем разрешать, можем... Ага.
Так, местоположение требует обязательно. Хорошо, разрешить. Позже можем отключить. Идет некоторая инициализация приложения. Оно смотрит, какие приложения установлены на телефоне и каких копий каких приложений можно сделать. В принципе, большинства приложений можно сделать копии, клоны. Это будут приложения со своей идентификацией. То есть, когда мы делаем клон какого-нибудь приложения нового, оно будет идентифицироваться в сервисе, допустим, Инстаграма, либо ВКонтакте, как отдельное другое. Ну, допустим, сейчас я не буду много делать. Например, сделаю Инстаграм. Вот мой Инстаграм, который установлен в телефоне. Вот видите, значок мой IT User Help. Это подписки. Это тот, который установлен в телефоне. Теперь перейдем в Parallel Text и попробуем сделать копию приложения Инстаграм, чтобы зайти с другого аккаунта. Выбрали галочкой те приложения, которые мы хотим сделать копией. Нажимаем «Добавить в Parallel Space». Ждем. Читаем. Принять. Все. У нас появилось параллельное пространство. И здесь будут все приложения, которые дубликаты тех, которые установлены. То есть дубликаты, но с новой идентификацией. И отсюда запускаем это наше приложение «Дубликат». И все, то есть видите, открылся совершенно новое приложение Instagram. Здесь, которое приложение на самом моем телефоне, оно вот, я вошел в аккаунте, а здесь предлагает войти уже по другим аккаунтам. То есть, как видите, работоспособность есть правильная. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарий. Всем пока!